Самые смешные ролики по видеочату ты сможешь найти на канале Шоколадного Зайца. Каждый новый ролик смешнее предыдущего, поэтому заходи и приятно проводи свое время. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию прохождения новой крутой мини-карты в Майнкрафте, потому что это небольшая карта, а в какой-то степени даже мини-игра, которая будет испытывать наши способности рыбалки, поимки лаки-блоков, а если вкратце, то да, это симулятор рыбалки в Майнкрафте, но намного круче. Ребята, я также буду рад, если поставите лайк. 2500 лайков, выходит новая серия, новое видео, никогда не забываем об этом, всегда помните, ребята, что каждый ваш лайк для меня очень важен. И я буду также рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я верю то, что вам не сложно потратить на меня всего лишь 2 секунды, чтобы поставить лайк и подписку. Ребята, это для меня очень важно, и это не занимает так много времени. Ребята, мы больше не будем тянуть и сразу будем приступать к самой серии. И что нам нужно сделать? В первую очередь я скажу то, что эта карта уже есть в описании. Заходите, качайте и также попробуйте побить мой рекорд, да, потому что, как вы знаете, недавно мы проходили карту мультизадач, если дословно перевести, где нам нужно было выполнять много заданий одновременно. И эта карта, в принципе, в какой-то степени такая же, потому что она длится всего лишь 60 секунд. У нас 60 секунд, чтобы побить свой предыдущий рекорд. И, в принципе, это все, ребята. Давайте мы приступим, и я вам покажу, в чем заключается суть этой карты. Карта идет на версию 1.9.2, самую последнюю версию Майнкрафта, если не включать, а снэпшоты, да, то есть официальная последняя версия Майнкрафта. И мы, ребята, приступаем. И это, можно сказать, у нас рыбалка. У нас есть 60 секунд, чтобы нарыбачить как можно больше рыбы. И за большую рыбу нам дает больше очков. Но я пока что еще не успел никого словить. Ведь, как видите, у нас пролетают, точнее, проплывают, летающие рыбы. Ух, у меня минус 20 очков. То есть, ребята, как видите, лаки-блок. Чем больше рыба, тем больше очков нам дается, и, в принципе, это понятно. Но главное не словить вот то, что я сейчас словил, а я словил, ребята, ведро с мусором, потому что за это ведро нам, отнимают очки, можно и так сказать. Поэтому, ребята, нам нужно внимательно ловить. И первая игра, я не скажу то, что очень крутая, потому что за первую игру не очень круто. Я все-таки постарался, и, как видите, я даже прокакал 10 очков, и это не очень круто. Но все же, ребята, это первая игра, мы будем стараться в следующей игре. И, как вы поняли, чем больше рыба, тем больше очков нам дают. Первая игра уже подходит к концу, я не показал свое мастерство в первой игре, потому что я заработал минус 10 очков. Я выловил с озера, с реки больше хлама, больше всякого мусора, чем какой-то нормальной, достойной рыбы. Поэтому, ребята, мы приступаем к следующему заданию. Вы также можете со мной сразиться, скачать вот эту карту, установить ее в ваш мир Майнкрафта и попробовать побить мой рекорд. Хоть у меня рекорд минус 10, но все же, ребята, сейчас уже 30, я надеюсь, что я не словлю больше никакой мусор. Я не словил эту акулу, нахрен, это кит даже, а не акула, потому что, как вы заметили, это реально что-то очень даже большое. Так, лаки-блок это... Бум! Лаки-блок, как вы поняли, ребята, это какие-то уникальные способности. Потому что из-за лаки-блока может тебе выпасть что-то необычное. Слови! Да! Я словил ведро с мусором, но все же я после этого словил огромного кита. Этого я прокакал. Огромного кита, и нам за него дали 50 очков. У нас, ребята, есть еще один тинти. Ну, в принципе, тинти это бесполезная вещь, можно и так сказать. О, плюс 10 очков. Давай, еще плюс 10 очков. Этого прокакал. Давай, сколько у меня еще? Ну, 130. 130 за 2 раунда. Уже есть прогресс. Если в первом раунде у меня было минус 10, то во втором раунде у меня уже 130. Это уже намного лучше. Ребята, давайте. Это реально интереснейшая мини-игра. Я хочу побить свой рекорд как минимум еще. Давай, да, 130. Нет, 75. 130 это мой рекорд. Да, 25. Давай! Ух, я прям разогнался что-то в этом раунде. Ни хрена себе, я сейчас затащу, ребята. Я сейчас затащу. Давай! Я хочу в этом раунде побить свой рекорд, пожалуйста. Я уже побил свой рекорд. Нет! Твою мать, я словил. О, словил, замечательно. Я уже побил свой рекорд, но я профукал лаки-блок и словил ведро с мусором. Хреново. Но все же, ребята, давай. Это, давай, пожалуйста, замечательно. Ребята, я что-то разошелся, слушайте. Я даже заикаться начал.
Так, мы сделали, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое. Мы сделали... То есть рыба стала плыть намного быстрее. То есть намного больше рыбы стало появляться, когда я словил вот этот лаки-блок и нам дали особый эффект. 455 очков! За третий раунд, ребята, я что-то разошелся. Кто меня сейчас сможет побить? А, ребята, скачивать карту и также со мной соревнуйтесь. Мне интересно, кто сможет набрать больше, чем 455 очков. Это нереально сложно, мне так кажется. Я попробую еще пару раз превзойти самого себя. И если я дойду к 500 очков, я буду прям гигант рыболовки. Гигант. И фиг меня кто-то когда-то сможет перерыбачить, если вот так можно... перерыбачить. Ну, в этот раунде не очень круто я его начал, потому что я уже успел словить ведро с мусором. Это что? Это монитор. Да, компьютерный монитор у нас плавает. А, да. Не скажу то, что это самый удачный раунд, но все же, ребята, ведро с мусором опять. Да. Да, минус 5 очков и у нас... Нет, опять ведро с мусором! Нет, ху, пропустил. Минус 5 очков и у нас осталось еще 30, даже меньше секунд, чтобы закончить этот раунд. Поэтому этот раунд, не скажу то, что сильно удачный, но все же я хотя бы словлю вот этот лаки-блок и ничего не получу. Потому что лаки-блок, в принципе, убивает всех живых существ и также не только живых существ, а все убивает, что находится сейчас в данном случае у нас на экране, даже ведро с мусором и водой. Не самый удачный раунд, потому что 5 очков это ничего хорошего. Но давайте, ребята, мы не будем тянуть и сразу пытаемся превзойти самого себя и побить наш рекорд 455 очков. Давай, 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 это самая быстрая рыба. Давай, 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 да, 100 очков, 100 очков за пару секунд. Минус 30, да, твою мать, зачем я сказал то, что 100 очков за пару секунд. Давай, давай, пожалуйста. Давай, сквида, словил сквида, словил, 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 лаки-блок. Сквида нужно будет пропустить. Пропустил нафиг лаки-блок, вылез так, вылез! Ну, не очень круто, 455 очков. Твою мать! Ну, как ты не вовремя вылез, как ты не вовремя вылез? Как я там промахнулся? Я кидал в этого жучару большущего, а промахнулся. О, дабл поинт. Дабл поинт. Ну, дабл поинт не очень хорошо ты вылез, потому что с этим дабл поинтом, если честно, я больше очков профукал. Давай. Давай. Кстати, ребята, я забыл объяснить, как же нам опускать удочку. Нам нужно нажимать на shift, то есть sneak, да, нажимать на shift, и каждый раз, когда мы нажимаем, то наша удочка опускается, и мы пытаемся что-то словить. Поэтому, ребята, давайте, давайте, еще пару раундов, я просто хочу попытаться побить свой же рекорд. Это 455 очков. Ребята, интересная игра, хоть очень простенькая, и нам, в принципе, дается всего лишь 50 секунд. Да твою мать, конченые ведра с мусором. Тут столько вот этих акул нафиг пролетает. Не пролетает, почему я опять говорю пролетает. А проплывает, а я продолжаю ловить вот эти ведра с мусором. Ну, давай, дабл поинт, дабл поинт. Нужно использовать это с умом. Дабл поинт, давай, давай, давай. Ну, не скажу то, что очень круто. А, твою мать, как я профукал. Я сейчас не могу опускать, потому что там ведро с водой плывет в реке. Ну, не очень круто. Не очень... Я сейчас еще и профукаю лаки-блок. Нет, дабл-поинт. Да, замечательно. Да, замечательно. Давай, 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 10 секунд. А, вряд ли я смогу победить. Как я вообще сделал 145, ребята? Как я вообще сделал даже не 145, а сколько я сделал? 455. Это офигеть просто. Это офигеть просто. Я никогда не побью свой рекорд. Это, наверное, прям мастерство, то есть вершина мастерства рыболовки. Потому что вряд ли я смогу еще раз побить. Давай, давай, опустись! Да, 50. Еще 25. Как я там профукал? Давай, давай, давай! Да, еще 50. Давай, 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 давай. Быстренько, быстренько, давай! Я сквозь него пролетела вот эта удочка и попала в медро с нахрен с вонючей канистрой или что это там было? Ах ты ж... Да опустись ты нафиг! Да, во, во, замечательно! Во, замечательно! Ну, сейчас не очень хорошо. 30 секунд, да? Охренеть, они такие быстрые, что я даже не успеваю вот это все.
Я профукал и Lucky Block, и большого вот этого кита, и еще одного. Да нет, в принципе, в этом раунде вряд ли есть смысл продолжать, потому что, как вы заметили, я уже вряд ли смогу что-то выловить, да. А, 455 очков, мастерство, ребята, мастерство рыбалки. Никто, даже самые какие-то, самые большущие рыбаки во всем мире вряд ли смогут меня превзойти. Я не представляю, я до сих пор не представляю, как у меня пролетает вот удочка сквозь вот этих... Зараз, такие большущие, что чуть ли на экран не остаются, а удочка прилетает сквозь них. То есть я не представляю, как это вообще сделано, но, допустим, так оно и должно быть. Плюс 50, замечательно. Да, прокакал я, конечно, Lucky Block, но зато словил сквида, а этого я не словил, хоть я ему прям в ногу попал. Ну, в ногу, не в ногу, в рыбы. Так, давай. Так и знал, что словлю вот этот кожаный шлем нафиг, а не то, что мне нужно. Но сейчас нету смысла кидать, потому что, как видите, у нас там пролетает ведро с мусором. Опять пролетает, не с мусором, а с водой. Я не знаю, ребята, вот в том раунде мне прям как-то нереально повезло, потому что... Как 30? Ну я же попал в этого жердяя! Как я... Офигеть, это меня бесит. Бесит! Вот что меня бесит в этой карте, это то, что я попадаю вот того толстуна. Кита, если так его называть. А почему-то я ловлю... 50! А почему-то я ловлю ведро с мусором. Давай. Кого-то большого! Да, попал не в того, кого нужно. Попал в плюс 5, а не в плюс 50. Разница, да? Плюс 5 очков или плюс 50 очков? Давай. Lucky Block. Это ведро там пролетает или что? Это ли компьютер? Давай. Плюс 5. Да охренеть просто. 30 секунд. Плюс 5. Это я хреново опустил и сразу все профукал. А, ну, не сразу все профукал. Давай. А 50 очков я профукал. Ну, не скажу. Я, в принципе, вот сейчас я профукал. Нет, не профукал. Твою мабда, буда-буда-муда. Давай, да, плюс 50. Минус 30. Я попал в него, но почему-то, ну, близко. 300 очков, это уже близко. И, ребята, знаете что? Чтобы тоже прям не затягивать, перетягивать, давайте мы еще сделаем 3 раунда. Потому что, я не знаю, вроде какая-то малюсенькая мини-игра, но меня она так затянула, то, что можно сойти с ума. Потому что есть стимул побить свой рекорд. Есть большущий стимул, и когда ты достигаешь какого-то крупного числа, как я сейчас делаю, это 455 очков, очень сложно его превзойти. А вот это число, да? Но все же я как я не попал там нахрен, если я ему прям в рожу попал. 100 очков. Давай, стоп, 150, да. Да, не попал, давай. Да как минус 30, если я в этого заразёныша попал? Так, давай, пожалуйста, кто-то большой. Да как я не попал, ты ж мать твою кита, или акула, или что ты там такое, и как я в сквида не попал, я не представляю, вот в этого попал. Сейчас нету смысла, потому что там компьютер какой-то пролетает нафиг, давай. О, я 2 штуки сразу словил, то я не могу в одну попасть, а то я 2 ловлю. Вот тут флудить нужно вот этим шифтом, потому что когда мы ловим вот тот Lucky Block, то есть фриз, то есть фиш фриз, да, это очень много... 330, это очень много рыбы начинает плыть, и тогда мы можем действительно заработать кучу очков, но нужно именно схватить вот этот момент за яйца и не упустить его, чтобы словить кучу рыбы. Давайте, ребята, у нас есть еще 2 раунда в запасе. Как я там не попал? Ну как я там... И как я тут не попал? Мне интересно, почему я его за хвост не могу ловить? Почему я рыбу не могу за хвост ловить? Давай! Вот, плюс 50, замечательно. Давай. Минус... Нет, ху! Чуть ли не прокакал 30 очков. Ну, я не скажу то, что... Твою мать! Плюс 50. Ну, вряд ли я в этом раунде смогу что-то вытащить. Но, в принципе, будет круто, если бы я хотя бы заработаю 200 очков. Да, замечательно. Это, в принципе, уже будет нормально. И 200 очков это тоже неплохо. Конечно, не 300, но все же. Давай! Ах, да... Как меня это бесит. Дабл поинт. Вот дабл поинты тоже очень полезные. Как я там его не словил, а? И как я тут его не словил? И как я за хвост прям... Прям тайминг такой, когда у меня удочка под...
поднимается вверх, тогда они проплывают. Когда ее опускаю, никого нету. Как только она опять начинает подниматься, опять куча рыбы. Рыба, походу, знает. Рыба, это все заскриптовано, это все запланировано, и рыба просто нас продолжает троллить. Потому что я не верю в такое совпадение, то что давай, плюс 50. Давай еще раз. Дай мне плюс 50 очков, только не сейчас, когда вот этот шлемочок пролетает. Плюс 25 не получилось. Давай. Сквид, сквид. Я сквида целился, а не ведро с мочой. Охренеть просто. Ведро с мочой. Ладно, этот раунд не считается. Ага. Ну что, ребята, давайте последний раунд, и мы будем заканчивать. Нужно уже заканчивать, потому что это мини-игра меня так затянула, то что я могу просто-напросто до утра играть. И, как видите, я уже сделал офигеть как много раундов, и меня не вытащить. Поэтому нужно заканчивать, пока я тут не просидел фиг его знает сколько. Ну, как я его там не словил, я не знаю. Да вот, сейчас иди лучше вверх. Ну, если ты на начале набираешь кучу очков, как я, в принципе, это сделал тогда, когда сделал свой рекорд, да? Вот. А когда я сделал свой рекорд... Давай, 450 очков. Не то, что я хотел. Не то, что я... Да почему вы пролетаете тогда, когда... тогда, когда мне не нужно, они все пролетают. Проплывают нафиг. Твою мать. Как я попал нафиг в этот шлем паскудный? Охренеть. Ну, вряд ли я уже смогу побить свой рекорд. Вряд ли. Плюс 5 очков. Спасибо тебе большое за плюс 5 очков. Я попал в этого кита нахрен, а не ведро с мусором. Ладно, ребята, знаете что? 120 очков пускай будет. У нас рекорд 455 очков, поэтому уже неплохо, ребята. Давайте на этом будем заканчивать, потому что я так могу еще... сидеть и проходить вот эту игру, ну, проходить, да, пытаться побить свой рекорд. Потому что игра реально затягивает. Ребята, если вы хотите поиграть, ссылочка есть в описании. Заходите, скачивайте эту карту и также устанавливайте ее на версию 1.9.2. Карта реально крутая, и вы сможете посоревноваться со мной, ребята. Мой рекорд 455. Пишите в комментарии, побили ли вы мой рекорд. Ребята, не забываем ставить лайки, и 2500 лайков, выходит новое видео. Никогда не забываем об этом, всегда помним, ребята. И помните то, что каждый ваш лайк для меня важен. Я скажу тебе большое спасибо, если ты не забудешь и поставишь лайк, если ты не поленишься. И также, если не поленишься, подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Не забываем об этом. Также спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Я всегда рад вас видеть на просмотре очередного видео. Приходите на просмотр каждый день, потому что видео выходят каждый день. Я всегда буду рад вас видеть, ребята. Еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.